Так, ну что, продолжаем. Что мы имеем? Бля, мы почти все тут поделали, блядь, правда, вам подсток, но они, в принципе, здесь. Здесь тоже вглубь идет какой-то вниз. Давай с этой частью карты разберемся, блядь. Да можно ТП-шнесом, блядь. Здесь можно кругаля дать, блядь, пройти, в принципе. Это какое-то, наверное, забагованное задание, оно не работает, не функционирует. Кровь у руса, блин. Быстрый, блядь, только там сейчас был. О! Марти, заработало, ебать, нихуя себе. Пойдем далее. Дальше. А не туда наоборот, блять. Это не 70 метров было. Блять, еда витыми стрелами, сука. Да ты иди ты нахуй, сука, блять. Ёбни его на. Заебал он, блять. Блять, все копии растерял нахуй. Гнида ебаная, блять. Блять. Винджа, винджа, блядь. Пойдем.
Какой-то, блядь, ковш. А проще на весину падает, да, снег? Давай попробуем хуйню сделать. Ща. Бля, с копья нереально с 50 метров попасть. А вот с лука можно со 70 метров попасть. Но будет сложно. Блять, они сюда бегут, сука. Но. Ну, ёпты. О, достижение получено в яблочко. Заебок. Блять, звериной шкуры нету, блять. Да, звериную шкуру поищем, чтобы ачивку сделать. Да, своего замесим. Сейчас я своего зверя шкуру сниму. Убежал, да? Ха. Бля, где ж найти звериную шкуру, ебать? Есть звериная шкура? Значит, ты пидор. Не дали, да? Как я дубиночку прокачал четко, да? О, дали достижение поджигательно. Подожди. Поджигатель. А, вот да. 50 рогов с помощью огня убить. Так, F2. Блять, внутри копья мало будет, да, попробуем. Всякое может получится. Хуй в нос, да? Ха. Блядь, это плохо. Сейчас я шкурки поищу, подожди, на паузу поставлю, возобновлю, будем пытаться снова. Нам похуй, короче, потом на копье отработан. На 50 метров бить нахуй, потому что недалеко. Пойдем тупо месить их.
хуй, если нам звери никакие не попадаются, значит они все вымерли, блядь. Да, создание стрел, нахуй. Жесткий этот хуй, да? Все, да? Любись. Что, идем дальше? Здесь еще и аванпост есть. Здесь есть пещера. Что за пещера? Что с тамоками? 4 доступно. Убейте нескольких врагов подряд, вы сможете сделать разных зверей. Скорость миноружия не надо мне. При изготовлении дубинок света уже позволяет создать 2 дубинки вместо одной. Ловушки будут наносить большой урон зверям и вашим врагам. При изготовлении приманок сектора нормально. Ебанутые. А как я туда попаду, бля? Ебанутые. Хуя себе, не охуели, да? Ты где был, когда меня сегодня зажрали, блядь? Хуй лыжки, блядь. Так, а её можно же как-то обойти, наверное. Ну да. А, пошли сюда туда. Опять событие какое-то, блядь. Я здесь был. Подожди. Какой да? Свой. А так он сам себя освободил. Ебать, а как туда попасть-то, нахуй, попадешь? Там, в принципе, что-то есть, бля. Есть 50 метров? Нихуя нет. Не, видишь, они за мной бегут.
какая-то хуйня из синего забрать. Блин, проебал нахуй. Где эта хуйня? Блин, с ней как-то хуя вот эти, блядь, синие хуя. Ну все, по прямой ебашим. Ты орёшь, баклан, блядь. Нихуя себе, блядь. А это один хуй прошел. Какой смысл? Пусть молится, чтобы я отсюда вылез, блядь. Чё, пойдем дальше. Ну теперь на эту пещеру хуярим, потом на лампост попиздим. Блять, тайничок бы найти, точнее, не свой. Это ресурсы позабирать, блядь. Копи нет, да нихуя. Да. Создать не могу. Ну хуй с ним, да так не хвалим. Хули еще делать. Потом на мампосе еще копьем отработаем. Ты что это за место, блин? Ага, жир зверя, нормально. Блять, серьезно? Ёб твою. А как же мне туда попасть? Шкура кабана. Хули ты сползаешь, блядь, олень, ёбаный. Что мне даст крюк? Я не могу зацепиться за него даже, блядь. А еще такое. Допустим. Какая-то беспонтовая пещера, нихуя тут нету.
все-таки что-то есть, блядь. Ха. Уебался. Залезешь, да? Допустим, допустим, я тут себе все осветил, а как туда наверх попасть? О. И чё? Хуй залезешь. Что за места, блядь? Сука. А чё не цепляется нихуя? Чё за бред, блядь? А как мне эту хуйню забрать? А, вот. Бля, это было сложно, пиздец. Что, давай тогда съебывать отсюда. Где выход-то, блядь? Ну выход тут заебешь искать, я так понимаю, но. Давай, ладно, тогда отсюда ебашим. Отсюда ебашим, отсюда. Потом там идем, и к вам пост придем. Так, это на древесину дает, да? Темно. Блять, сука, врасплох застали, пидорасы, блядь. Как не можешь добраться, ебанутый? Минус есть, нахуй. Yeah.
Так, и тут еще одна. Кто поблизости? Перехуяри. Так, идем дальше. Винжа охота на зверя, поэтому так и на мампост ебашим. Да. Именно так. Давно мы мампосты не захватывали, ебать. Время пришло ебашить мампосты. Ага. Блять, опять не попал, ёб твою мать. Знан довольно меню карты, охуенно. Иди, иди сюда. Надо забрать эту хуйню. Хуйню надо забрать. Волчары какие жесткие, да? Ты хули меня не выручаешь, клык ебучий. Я тебе больше хуй мясо дам. Паскуда, бля. Что тут за место? А, убежище. Ну да, 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 сейчас. Да, мешок тут за шар. У тебя нет тоже тайничка, да? Это сука плохо так это, да? Да, 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 да. Блять, охота на зверя, ебать, я не делал задание, другие появляются, вообще не кончится когда-нибудь или нет, ебать, квесты эти, да. Это свои. Или это то задание? Да, блять, они хуй бегут. Кого надо убить? Шестистые носороги, ёпта. Винжан Насанвайда. Палугуарш Браштар. Давай ёбанулись. Ну хуйни. Да, мои копия. Еще один был.
красивого. Кстати, ну как ее пропало, да? Может, не ломается? Убило? Хорош. Оделась. Напрямую к аванпосту аванпост Роганасана. Бля, далеко. Ну дойдем похуй. Опять нихуя не попадаются эти, блять, как их. Как они называются-то? Да хуй на вас ловлю. В обход придется идти. Это в обход хуя придется. Здесь не протиснуться. Что ты там палишь? Хуй мормошка. Бля, может повезет. Я не знаю, по-моему, не то расстояние. Нет. Это не 50 метров. Копью, естественно, я свой проебал. Это очень печально. Ну хуйня, сделаем новое, но у нас нихуя нету. Не, что есть. Прочно, древесина к концу подошла. Вот ебаника оленя. Красавчик. Варпачи, капалу нинджа сакварш. Блять. Блять, ну хоть убейся, не дай. А, рассчитывай. Блять, все копья распострелял, нах. Блять, они пропали все. Дэм. Пизданник этого перца.
Спасите пленника. Давай, хуй с ним. Блять, спускаться надо. А по-моему, только осталось развязать. Прибыли. Их и правда дохуя. В принципе, можно... Что ты стоишь? Да я помогу тебе. Хули стал посреди дороги. Атаковать сверху. А, чувачок оставался. Ну тогда сорян, не повезло там немного. Сейчас вытащим. Что за хуйня? Рели? Ха. Смешно. Блять, это просто фиаско, братан. Серьезно-то. Да. Ну че, чуваки, на эту серию заканчиваем, да. Хули, если забагались нахуй. Всем пока.